С самого раннего утра сотни севастопольцев приезжают в Херсонес для того, чтобы под стенами Свято-Владимирского собора осветить пасхальную пищу и встретить самый главный праздник православных христиан, который дарит всем нам много света, добра и надежды на лучшее. Обряд освящения проходит каждые полчаса. Лица людей озаряют улыбки. В наше тревожное время каждому необходимо укрепление веры в то, что будущее обязательно подарит мир и душевное равновесие. Желаю сегодня каждому из вас прежде всего любви. Любви к Богу и любви к ближнему. Дарите свою любовь. В вашей любви сегодня нуждается множество людей. Людей, лишенных крова, питания, людей, находящихся в тяжелых жизненных условиях. Ваше милосердие, ваше плотяное сердце, ваша улыбка, ваша радость о воскресшем Христе принесет им огромное облегчение. Передайте эту радость всем близким своим. Пасха Христова – праздник несгибаемой человеческой веры в счастливую лучшую жизнь, в торжество добра и справедливости, праздник избавления от рабства греха. Каждый из пришедших в храм севастопольцев говорит о том, что делает это с чувством особого душевного трепета. Это святое воскресение Христа. Очень душевный, семейный праздник. Смотрите, сколько с детками людей. Какие лица у людей духотворенные. Хотят все добра, мира. Традиции. Это светлый праздник. Да. Просим у Боженьки здоровья, мира, благополучия. Настроение шикарное. Отличное. Просто всех что... с праздником, да, поздравляем, Светлой Пасхой. Здоровья, добра. Погода желаем. Сегодня нам прям помогает в этом настроении. Праздник Воскресения Христова – это торжество победы веры над неверием, традиция большого духовного объединения православных христиан. В этот день улыбки и объятия с чистым сердцем дарят друг другу встретившиеся в храме люди. Вы знаете, для нас это один из самых больших, наверное, самый большой, и дети очень любят. Для нас это в первую очередь радость самого религиозного момента. Плюс у нас еще настолько традиции, настолько дети любят все вот эти яйца, печем вместе куличи, все вместе украшаем. Выпечка пасхальных куличей – особенная традиция христиан. В переводе с древнерусского «кулич» означает «дитя солнца». Многие источники утверждают, что история его происхождения насчитывает порядка 4000 лет. Окрашенные куриные яйца – такой же древний символ. И у каждого свои секреты украшения Христовой пищи. Мне помогал мой племянник, очень красивые яйца делает сам, вручной работы. Вот такая радость у нас. Ну, как всегда, пасочки, яйца. Самое, что есть, ну, историческое такое для нас. Пасочки, яички. Малышу банан. Ждали этого праздника, готовились, пасочки взяли. Очень рады. Думаем, что все будет хорошо у нас. Впереди Светлая Седмица, неделя, идущая после Пасхи. В это время верующие продолжают радоваться великому чуду воскрешения Спасителя, победе жизни над смертью и усердно молятся о мире, любви и добре. Священнослужители утверждают, что молитвы, принесенные Господу в дни Светлой Седмицы, обладают особенной силой. Максим Давыдов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.